Всем привет, с вами Ниломоб. Мы продолжаем проходить игру под названием My Friend Pedro. Про друга, нашего бананового друга. Мы продолжаем проходить игру. И сегодня мы переместимся, по-моему, уже на третью главу этой игрушки. Сейчас мы заценим. Чикс, выбор уровня. И вот, прошел я уже старый город, нулевой округ. И сейчас перехожу на мир Педро. Там какие-то были мармеладки, такое что-то было розовое. Сейчас мы это дело все с вами заценим, пробуем пройти. Так, интересненько. Так, можете поддержать, кстати, лайком, если, конечно же, вам хочется меня поддержать. Я буду не против, но это так, по желанию. Так, под воду. Я помню этот... Спокойно, спокойствие, только спокойствие. Немножко с собой закараживаю, но не страшно. Все хорошо, говорит нам Педро. Ты отлично постарался. Иногда можно и отдохнуть. Чикс? Под воду. Еще глубже. У него галюны, он потерял сознание. Если бы я знал, что ты сюда заглянешь, я бы прибрался сначала. Нам сюда, тут столько всего интересного. А, и не обращай внимания на пол. Он такой странный с момента, как я устроил здесь ремонт. Так, пол странный, ремонт я тут устраивал. Вижу. Значит, мы находимся в каком-то сказочном мире, и он мне уже нравится. Я немного... Ух ты, это пропадает. И появляется снова стеночка. Интересная механика, надо будет ее запомнить. Так, бегу. Опа, отпрыгнул. Оп, по ступенькам наверх. Появляйтесь. Они как будто бы как-то переворачиваются, что ли. А это что не пропадает? О, как только я с нее слажу, оно пропадает. Офигеть, крутяк. Мне нравится. Только, наверное, сейчас еще и противники начнут появляться. Как только я от нее ее касаюсь, она сразу же как будто бы... Тает, сразу растаивает. Так, тут вниз. Оп. Я сейчас прыгну-то не в ту сторону, да? О, хорошо, все у нас образовалось. Очень даже здорово. Сальто двойное. О, ай. Как же тут опасно, как же здесь опасно. Ну-ка, прикольно, согласитесь. Стеночка не вовремя появляется. Может, надо здесь как-то ее коснуться? Вот эту верхнюю часть. А верхняя не получается уничтожить. Оп. О, проскочил. Проскочил, ребята. Музыка еще какая-то странная тоже играет. Галлюциногенная. Что? Вопрос спрашивается. Что употребляли разработчики? Когда этот уровень создавали? Что они курили? Психоделический левел, реально. Какие-то тут непонятные у нас моментики. О, вы мертв. Ну, хоть не с самого начала, и на этом спасибо. Я не вижу, куда я падаю. Ой, тут много пластин этих. Так, я ее уничтожил, к примеру. Пытаюсь проскочить, но не успеваю. Но новая появляется. Ну ладно, я вниз пойду. Пройду вниз, мне и внизу неплохо. По ступенькам, чикс. Чик-чик-чик-чик-чик. Оп, тут две пластины. Ай, вторая сейчас пропадет тоже. Ай, уху, все удалось мне. И что, я прошел уровень? Нет, да, нет. Уровень пройден. И что мне? Безукоризненно. Можно было, значит, и получше. Но я один раз погиб, может, из-за этого у меня не оценочка, буква А. Ну ладно. Не страшно. Так, теперь что? Что-то они так сразу меня перевернули, как-то странно. Слушай, раз уж ты здесь, можешь мне помочь? Здесь полным-полно хейтеров. Просто понабежали в какой-то момент и теперь сидят тут. Наблюдают, осуждают и треплют мне нервы. Я хочу, чтобы их здесь не было. Так, хейтеры, я так подозреваю, эти чувачки, которых мне нужно будет уничтожать, да? Как они выглядят, эти хейтеры? Что это за болт? Ого! Когда я стреляю, ну все подпрыгивает. Так, как мне дальше пройти? Как мне это прокрутить? О, там, по-моему, там хейтер внизу. Становись на головке винта, нажми W. А! Все, надо его закручивать. Так, у меня патроны есть? Есть. О, он еще и стреляет. Хейтер, на тебе! Уничтожаем хейтеров, реально. На! Остановись-то, бейби. И почему он сразу вверх летит куда-то? Не понял. Так, хейтеры.
целится по мне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А тут решетка, я не заметил. Тут здесь решеточка. Так, одного я подстрелил. Бам. Ай, с ноги его, на тебе. Ай, перезарядку не вовремя я оформил. На тебе. На тебе. Хейтер, сдохни. Чего у них сразу к потолку прилипает? Непонятно мне. Ладно, кручу пока что эту штучку. Кручу эту штучку. Так, надо вниз. А наверх, если поднимусь. А там ничего нету сверху. Ну, их, ладно. Секретики искать не будем. Так. Я знаю, что ты здесь, хейтер. Смотри, какая маска у него на роже. Все, хейтер был. Хейтера не стало. Так, здесь никого. Хотя там маска вон. Ух ты. Подставочку себе сделал. Так, надо опускать. Хейтер, я вижу тебя. На тебе. Улетел хейтер. Хорошо. А почему он обратно откатывается? Это штукенция. Надо успеть проскочить. Надо, наверное, уже от нее толкнуться, я так подозреваю. О, наверху я. Хейтер, я иду к тебе. Нажимаю левый shift, время замедляться. А, да-да, я помню, чтобы замедляться. Так. А я наверх не допрыгну? Значит, опускаю. Вот теперь допрыгну. Теперь надо опустить. Жикс. Попал. Ага, тут соединяется эта штука. Ция. Понятненько. О, сердце нашел. Это уже повеселее будет. Так, два противника. Мне нужно тут оружие иное выбрать себе. Иное. Просим, два узишечка. Две узишки. Одного в этого целюсь. В этого буду стрелять. Поехали. Есть, хейтеры, отдыхайте. Теперь в этого буду стрелять. Поехали. Готово. Так. Оу! Перезарядочку оформляем. Выкручиваю себя наверх. Ну что, будем сейчас шифтовать? Кручусь, уверчусь. Отпрыгиваю в сторонку. Есть, можем пустить. Что-то оставил после себя полезного. Ну ладно. Так, повыше подняли, перепрыгнули и опустились. Перезарядку. Попал? Нет. О, попал. Что у него выпало? Это карточка. Карточка. А, сердечко. Не до нее. А, все. Болт крутить надо. Мог бы и догадаться. А что тут? Я тут не пролезу никак. А зачем мне сюда было вообще туда лезть? Не вниз надобно. Так, тут мне, наверное, уже поможет двухстволка. Ну, теперь надо это дело... А, тихо. Болт как-то надо как-то убрать. Ага. Так, оп. Здесь одного прибил. Сердечки, правда, заканчивается. А этого мне обязательно уничтожать? Кувырок делаю. Стреляй по нему. Приседай, присаживайся. Ну как-то вот так. Слабовато, да, скажете вы. Ой, это пропадает. Фух, я успел. Перезарядочку оформляю. Слоумо делаю себе. Чик. Ай, попал по мне. Есть. В принципе, мне этого должно хватить. Все у нас получилось замечательно. Так. О, вниз. Вниз. Крутим, скручиваем. Ой, как мне с этими справиться? Их там много. Мне нужно... Допустим. Ай. Одного вырубил. Ай-яй-яй. О, они друг дружку могут, кажется, мочить. Увернуться. Ай-яй-яй-яй-яй. Стреляй. Есть, одного вырубил. Второго. Присяживаемся. Давай, стреляй. Есть. Ай-ай. Фу, повезло мне, наверное, потому что у меня оставалось буквально чуть-чуть жизней. Так. Бам! Промазал! Блин. Зато у него хпшка была. Я присаживаюсь и стреляю, поняли? Присаживайся, стреляй, кувырок. Чик. На! С ноги, на! И вот пинал.
Его вырубил. Ай-яй-яй, бьют. Больно? Конечно, больно. Попади хоть разочек в него. О, есть. Хорошо, хорошо. Оп. Попади хоть раз. Е-бой. Завалил чудика. Хейтера. Уровень пройден. Мы второй прошли уровень. Там было их 5, по-моему. Фух. Или это третий? Не, второй, по-моему, второй. Б. Брависсимо даже мне поставили. В конце будет какой-то босс наверняка тоже. Хм. Посмотрим, что там нам подготовили разрабы. Пончики. Пончики нам подготовили. Как-то прочитал в учебнике по саморазвитию, что ключ к лучшей жизни — это физические нагрузки. Поэтому я везде понаставил батутов, чтобы не скучно было поддерживать здоровый образ жизни. Батут у нас есть. Бомц. О! Можем подпрыгивать. А я могу еще сильнее от него отпрыгивать? Или это максимум, который нам дается? Да, нажимаем пробел, он выше не скачет. Это максимальный прыжочек. Будем иметь в виду. Бам. 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 Бам и бам. Лузер мне говорит. Кто теперь лузер? Я тут на батутах вообще-то скачу. Кто теперь лузер? Вы все дохлые валяетесь. Так. Вау, тройной прыжочек. Прикольные батуты. О, я уже представляю себе, что будет. Примерно. Вау, на. На. Как тебе такое, Илон Маск? Ха! Бам! 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 Прицелился хорошенько. Бах! Бах! Кувырки, кувырки. Ой, тут тоже все скачут! Все скачут! Ай-яй-яй! Вали, гадов! Одного вырубил. Попал. ХП нету почти. Перезарядка. Нет патрончика больше, стреляй чем-нибудь, перезарядочка. Ну хоть ХП. О, сердечко вижу. Так, сердечку добраться. О! Сердечко, дайте мне сердечко. О, сердечко дали. Бум-бум. Не, батуты классная вещь, согласитесь. Это весело с батутами. Так, куда мне теперь двигаться? Двигаться, куда мне двигаться? Бум. А, внизу была еще проходочка. Понятно. Тут мягенькие батуты, но слабее обычных, да? Ай! Блин. Я не сейчас тут снова будут эти ябсики? Нет, никого уже нету. Ай! Я опять свалился. Да что ты будешь делать? Мне теперь будет плохая статистика прохождения уровня. На тебе. Ну, этого я уничтожал и рань. Опять эти батутчики гадкие. Они очень жесткие. У меня нету патронов. На тебе. А я не тут свое понаставляли это все. Свои эти трупы понаставляли. Не мог попасть. Ай. О, все. Хоть двустволку отдай сюда. Так, перезарядка есть. В этот раз я как-то с ними даже легче справился, честно говоря. Так, прыгаем. Бим-бим-бим-бим-бим. Бим-бим-бим-бим. О. Давайте мне высоко. Хочу высоко. Но. Смотри. Там себе летай в воздухе, нечего тут мне выделываться. Так, это должно про исчезнуть. Подпрыгиваю. Бам! Бам! О, лохи! Смотри. Вы поняли, прикольчик? Подпрыгнул в батуте, раздал всем. Тин! Бум! Ого, как я могу? Ничего себе! Отбежал, сделал прыжочек, а там новая появляется плиточка. Жирно, правда? Так, батутчик. Все. 16 патронов осталось моего любимой двустволочки. Я вам обоим, гада. Бум! 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 Сердечко. Так, батут пропад... Вернее, не батут. Одного вырубил. Перезаряжаюсь. Взлетаю. Стреляю. Стреляю еще, стреляю. Еще стреляю. Пам-парам-пам-пам. Пам-парам-пам-пам. Хейтерам смерть всем. Нечего выделываться, обижать не лома, поверно?
Верно. Плюс в чат, если вы согласны. А, что-то их тут много. Хейтеров. Хейтерочка, на тебе с ноги. Там прячется хейтерочек. Ну, сдыхай быстро. Наверх я не проникну никак. Ладно, идем тогда обычным путем. Ой, 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 ой. Это какая-то хейтерская штука. Меня колбасит, бом. Что происходит? Это весело, как минимум. Так, и с той стороны мало патронов. Р. Не хватает, нужно выбрать другое оружие. Ну, допустим, тут, наверное, УЗИшки мне подойдут. Буду целиться в этого, а в этого буду стрелять и шифтовать плюс. Прыгай, шифт. Так. Оп. Они даже не понимают, что с ними происходит. Потому что я все просчитал грамотно. Я большой-пребольшой молодец. Так, оружие. Мне теперь нужна моя двухстволочка. Я без нее не могу. Хотя, может быть, и могу. Нафиг. Увернуться, конечно же. Валят они нехило, я вам скажу. Ай, 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 сейчас убьют. Сейчас убьют меня, понимаете, в чем попахивает? Попахивает смертью. УЗИшка, давайте одну возьму. Хоть одного убью я сегодня или нет? Увернуться. Мертв! Да что ты будешь делать? Как мне с ними справиться? А, это тут я прошел. Оп. Так, этого я завалил, Я урона много получил, ребят. Что такая-то ерунда. Честное слово. Бумц. Может быть, надо туда прыгать внутрь к ним и там уже воевать? Тогда будет получше. Оп. Так, может быть, так будет получше. Крутимся. Надеюсь, может быть, так реально я буду лучше сражаться с ним. Так, все в замедленной съемке. Кто там еще остался? На, тебе тогда патронов побольше, тебе свинца подышло. Все, я всех перебил. Короче, замедление рулит. О, еще какие-то хпшечек поднасобирал. Только патронов мало осталось, вот это обидно. Уровень пройден, это третий был. Третий уровень, моя прошел. Хорошо. Браво, мне говорят. Нажмем продолжить, пожалуй. Так, банан крутится, уровень загружается. Неломо пьет водичку. Зонтик на башке. О, отлично. Что это за вентилятор у меня? Похоже, ты нашел дядину старую шапку с пропеллером. Ну-ка, заводи, посмотрим, работает ли он еще. Сейчас будем крутиться. Педро. Вау, ага. Мой теперь, короче, мое падение теперь немножко замедляется. Ага. Как мне наверх запрыгнуть? Обратно. А, понял. О, я не знал. Все, теперь понял. Это круто. Новая механика. У меня пропеллер в башке. Это же классно. Так, ну и тут надо опускаться. Жух. Вниз медленно спускаюсь. С падай. Чик-чик. Зонтик можно сворачивать. Буду знать. Прикольно, слушай. Не, ну реально прикладно. Где моя двустволка? Гоните двустволку. Негодники. Так, вверх. Классно. Ой. Какой живучий, слушай. Я же могу еще и время замедлять, да? Уи. Этого завалил. Воздух, полетели. Крути вентилятор свой, всех перебил. Вентилятор, тыр-тыр-тыр. Прикольная штука, слушай. Ну классно, но немного непривычно, конечно. Потихоньку. Перемочил всех через решетку. А здесь тоже так ставлю. А, патроны закончились, фак. КПшка, дай КПшку, оп. За башка трусится. Раздражает меня. Пистолетом. Ну, понятное дело, когда у меня вентилятор крутится, он у меня как будто уворачивается, во все стороны стреляет. Пистолет. О, двустволочка. О, УЗИшки. Еще двустволка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, тут еще более патрончики. Так с этими справиться. Только через верх как-то. Понятно. На! Фу, прикольный уровень.
Но необычно, так все непривычно. А что-то оставили после себя, не? Какой-то бонус. По-моему, подстрелил. Так, shift во время замедления. Знаю, знаю, помню. Это подстрелил этого? Подстрелил. Все. А, там стенка. Понял. Перезарядить. Ой, ай, 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 бьет, бьет, бьет. Тут тоже их полно. Так, этого прибил. Надо с этим расправиться, наверное. Хотя, может, я могу даже его упустить. Или все-таки прибить его. На тебе ничего. Может, он патроны бы оставил мне. Ага, дудки. Мало патронов. УЗИшка есть. 90 патронов. Попробую замедлением времени. Допустим, цель нашел вот здесь. Одну себе. Опускаюсь, опускаюсь. И одну отсюда стреляю тоже. Вот так. Вот так. Потом у меня замедление еще работает, ребята. Могу еще лететь медленно. О, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. О, один остался. Все, а дали мне какие-то патрончики оставил? Да патрончики оставил? Нет, нет. Кто? Жлобы. Фу, какие-нибудь. Патроны гоните, негодяи. Че ты подпрыгиваешь, а? Попрыгунчик. А, нет патронов. Пистолетами. О, пистолетами завалил его. О, есть двухстволочка. Какой-то... Нате вам. Я за стенкой спрятался. Вам меня не достать. Я за стенкой сижу. Нате вам подарочек туда. Бим. На. Попал. Бим. Сердечко. Мое сердечко. Верните мне мое сердечко. Я уже внизу, возле тебя. Он меня еще там сверху ищет. Пытается меня запостреть, а я уже внизу. Так, тут что? Просто опуститься потихоньку вниз? По-моему, тут хватает просто, да, опускаться вниз себе, да и все. Да и все, да и все, да и все. Так, кувырочки. Кувырочки пошли. Ты что тут подпрыгиваешь? Ты что тут подпрыгиваешь? Как его размазал. У него ни единого куска живого осталось. Не осталось. Замедление. На! Не, замедление, конечно, рули. Ну, что тут говорить? Замедление — это класс. Смотри, замедлил, замедлился. Жду его ПМВ. Ду-ду! Ноги им оторвал. Не, ну это очень жестко. С этим замедлением, конечно. Замедление. О-о-о! Но этого вырубил. Этого вырубил. Там потом не мешает его тело. Сейчас мы немножко... Этого тоже вырубил. Этого вряд ли. А нет, тоже вырубил. А этого? Перезарядка пошла, по-моему. Он тоже с двухстволкой. Ну! Есть! Размазал его! Расчленил! Вот это поворотик! Так, можно отпустить shift. Давайте вниз. Бум! Еще? Бум! Это, по-моему, конец уровня. Нет еще? Огромное тебе спасибо, что разделался с хейтерами. Что-то мне подсказывает, что я их здесь еще долго не увижу. Хотелось бы, чтобы ты задержался здесь подольше, но у нас важные дела. Пойдем-ка отсюда. Тур-тур-тур-тур-тур. Уровень пройден. Вот так-то. Я не понял, слабовато мне говорят. Ладно, я нажму продолжить. Я не знаю, прошел ли я этот типа этап, этот вот фантастический такой глючный. По-моему, нас выкидывают на новую какую-то локацию. Вот ты где, секундочку. Мы играем с вами 20 минут примерно. Чикс. Так что там сказал Дэнни? Ах да, награду за твою голову назначила Офелия, диктатор интернета. Нам надо проникнуть в интернет и разобраться с этой Офелией. Не волнуйся, у меня есть план. Топай в эту канализационную трубу, расскажу по пути. Давайте еще хотя бы попробуем один уровень пройти, чтобы у меня на следующий раз было там, ну, по полчасика примерно серия, да? Так, посмотрим, как нам эта канализация дастся. Ничего страшного, что мы начали немного, как бы... О, какой-то геймер внизу канализации. Ничего страшного. Твою ж за ногу! Что там случилось? Кто-то такой, какой-то рыжий в очках чувак. Мечом! О, сломал автомат игровой.
Ох ты, это сложит нам... усложнит нам ситуацию. Это самое хардовое из геймеров-хардкорщиков. Многолетнее увлечение жестокими видеоиграми разжижило им мозги, и теперь они способны выплескивать свои эмоции только через жестокость. Никто не знает, почему они перебрались в канализацию. Подозреваю, что в самых жестоких видеоиграх непременно есть с ней... уровень. Вот они и попятились в знакомое местечко. Кроме, если мы переберемся через эту канализацию, то попадем к выходу на железную дорогу, по которой можно попасть в интернет. Фух, понятно, тут тоже какие-то непонятные геймеры, которые с ума посходили. Вот тут они поломали мне компьютеры, негодяи. Ну ладно, идем в канализацию, посмотрим, что там да как. Уровень хотя бы один нужно попытаться пройти. Так, я мог мне тут водички еще немножко. Кто тут стоит? Да. Пишите в комментариях слово банан, и я вам поставлю сердечко. Тут он пишет слово банан. Это хейтер или кто-то такой? Да, это хейтер. Я не знал, может, мне нужно было с ним побеседовать. Он какой-то рыцарь. Хейтер-рыцарь. У него есть оружие. О! Что такое? Они с мечами на меня нападают. Кто ко мне с мечом придет, тот от меча и погибнет. Слышали такую фразу? Знаменитая фраза. Кто к нам с мечом придет? Похоже, что некоторые из них малек увлеклись косплеем. Ну да, в рыцари тут попереодевались, смотри. Не, ну я могу типа зашифтоваться. Бамц. 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 И все. Они хотя бы кто-нибудь после себя бы оставляли. Негодники. Могли бы хотя бы какие-то... У них патронов, в принципе, не должно быть. Оп, оп, оп. Ящики разобьешь сам или мне их разбивать? Патроны жалко. Кувырок, смотри. Щит. И с ноги ему. Смотри, с кувырок, с ноги. Встаю. На, подножку ему. На, отошел назад. На. Вот так я буду с вами расправляться, хейтерочки. Канализационные крысы. Так, а что наверху? Тупик. Могли бы там какой-то мне оставить патрончики. Правда? Так, тут надо два выстрела этим чувачкам дать. Оп. На. Раз. Два. Не попал? С ноги ему. Дыш. Назад прыжок. Мечом рубят меня. Есть. Этого вырубил. С ноги его отвлек чуть-чуть. На! В упор его с двухстволки. В упор, в упор. Тупо в руку, в упор в него стрельну. Так, какой-то ящик. А, нету патронов. Начинается. Кью, чтобы сменить оружие. Да знаю я. Будем бесплатным оружием пользоваться временно. Или нет? Бесплатное оружие — это не наш конек. У нас есть вот 24 патрона. Что, мы крутые. 24 патрона — это разве что на одного персонажа какого-то. Так это что такое? Поднимается решеточка, да? По ногам! Ай! Ай! Бесконечные патроны. Понятно. А что, у меня реально больше нет никакого оружия нормального, стоящего? Походу все, все закончилось. Ладно, хотя бы два пестика возьму. Тут надо будет прокатиться вниз. О, у него двустволка. Возможно, я у него заберу его пушку. Через шип. Смотри, оп. Твоя... Мне нужна твоя... твоя одежда. Мне нужна... Ой, ты что туда пришел? Мне нужна твоя одежда. Мне нужно твое оружие. Ох! Выбрать раздельные цели. Знаем, знаем, знаем. Подсказочки нам подсказывают. Рыцарь-косплеерщик. Не, ну нормально, конечно, подрались. Баллоны подозрительно, да, выглядят. Надо, наверное, по ним стрельнуть. А, одного задавил? Даже двоих, по-моему, задавил. Но жалко, что они ничего после себя полезного не оставляют. Вот это печалька, конечно, да. Ну ладно. Так, кнопка есть опасная, да? Берем две цели. А может, у меня какое-то новое оружие появилось? Двустволка? Не-а. Двустволка здесь не пойдет. Вот одна моя цель. Не, надо четненько на него. Ладно, шифтую. Беру цель. Так, все под контролем. Я стреляю. Одного вырубил, двоих вырубил. Все, никто не нажал кнопку. Никто не нажал кнопку. И мне, то есть, наверное, нежелательно ее нажимать. Или... А, это лифтовая кнопка. Я думал, что это кнопка тревоги. Ладно, это лифт. Всего лишь лифт. Ой, тут их чуть много. Зарядка. Почему так? Почему они ничего... Они после себя ничего не оставляют. Это очень большая печалька. Шик написано. Три патрона всего.
Но я могу тут типа прокатиться. Сначала с двухстволки пульну, а потом уже на пестик переключусь, да? И плюс на замедлении. Раз. Два. И все, тут уже потом добить их надо. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Можно отпустить. Прикольно. Прикольно, прикольно. А здесь хоть кто-нибудь не оставил? Ни патронов, ничего мне не оставили. Ну что за безобразие? Что за жмоты? Так не пойдет. Так, мы с этим справимся с одним? Пойди, да. Рыцарь, сдохни. Так, здесь нам нужно эту штуковину отпустить. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Хорошо, ничего сложного. Вот тут их много. А, отпрыгивают, зажал меня, с ноги ему, но, карате показал ему. Напоследок его ногой отдубасил. Не, ну не на себе, на голову, что, ведра поодевали? Так, это какой-то ящик. Бам, ну я рано, видимо, нажал. Так, там какая-то кнопочка. Здесь что, они могут пройти? Или им это сейчас откроет? Так, перезарядку оформлю. А, тут перезарядка есть. Открываю. Ну что, ребят, повеселимся? На! На! Три патрона еще у меня есть. На! Да! Все! Все, успокоились. Раз, два. Так, еще могу что-то нажать. Открываю. А, меня к ним притягивает. С ноги. На. Пресса. А, там какой-то крутится какая-то ерунда внизу. Их там всех перемололо вентилятором, бедолаг. Ой, мне их жалко. Ой, тихо. Как мне привлечь их внимание? Как мне туда их привлечь, чтобы они тут все сбежались, а? Шифтом? Эй, чуваки. А, я могу же пинать эти баллоны. Смотри, бегут. На тебе еще. Ба! О, вот это убийство взрывом не засчитали. Одно место осталось. Сейчас главное себя не подорвать. А я могу это, может, еще куда-то допинать? Ой, я могу туда допинать. Попробуем? Я немножко времени потрачу. Попробуй допинать эту штуку. Эф, бум, вот. Канистру, вперед. Наверх, туда. Ты мне сейчас пригодишься еще. Туда, подальше к ним. О, я в нее канистру пнул. Бам! Класс. Я могу их задавить канистрой. Бум-бум-бум. Нет, не могу. Шифтом, шифтую. Один патрон. Ба! Перезарядка. Все, можно шифт разжимать. В принципе, хпшечку мне дали. Хорошо. Бум. Так, можно вниз упасть. Наверное, там конечная моя будет. Или нет? Проверим. Нет, наверное, там ничего нету. Подозреваю, что там я умру просто-напросто. О, это что такое? Ага, примерно представляю, как это работает. Вот так. О! С пестика! А патрончики? Не дашь мне, да? А что там? Какая-то штуковина, которую надо нажать. Хорошо, как мне наверх попасть теперь. Я туда не могу допрыгнуть. Какой-то рубильник, слушайте. И что мне нужно теперь предпринять здесь? А, я рубильник должен нажать? Так, он уже типа нажат. И чего? Или не нажат? Не понимаю. Эй, что мне тут делать теперь? С этой стороны стрельник. Ага, все. Не ломок, раздуплился. Не ломок умный. А там что-то сверху было. ХП, по-моему. Ну, ХП у меня и так фуловое. Зачем мне ХП? Сердечко мне сверху. Не надо мне это. Ой. Ой. Ползут, гады. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. ХПшку хотя бы оставляйте изредка. Это уже хорошо. Присел тут такой. Замаскировался. С ноги ему, на. Перезарядку. Хорошо. Уровень такой длинный, хочу. Эта канализация довольно-таки длинная, реально. Великолепно мне пишут. Уровень реально длиннющий. А, только я сказал, что уровень длинный, как я его сразу же прошел. И что мне по очкам скажут? Схалтурина. Ну вот. Так, это что у нас? Выйти в главное меню. Мы завершаем сегодняшний видеоролик по этой игре. Выбор уровня. Вот. Это мы все прошли. Мир Педро прошел. И даже... Вот на второй уровень канализации. Я разделю, наверное, эту канализацию на два видеоролика. Там, наверное, босс будет сложный. Вот. То есть я в следующий раз первый, второй, третий, четвертый,
уровень пройду, может быть и пятый, а эти уровни посвящу на босса. Посмотрим, как оно будет получаться проходить, а потому что нас интернет ждет. Ну, на этом, пожалуй, все. С вами был Ниломоб. Мы играли в игру под названием My Friend Pedro. Всем пока-пока.